Илья Авербух и Киндер представляют новогоднюю сказку на льду «Мама». В ролях олимпийские чемпионы Татьяна Татьянина, Максим Маринин и Елена Бережная. 18 и 19 декабря. Арена «Север». Телефон 205-05-34. 206-92-00. Без возрастных ограничений. Всем детям бесплатные подарки от Киндер. Баскетбол. Большая игра. 28 октября в 19:00 во дворце спорта имени Ивана Ильина состоится первая историческая игра чемпионата ФИБА по баскетболу между Красноярским Елисеем и Болгарским Хукойл. Академик. Подробности на сайте basketfizyisey.ru. Возрастное ограничение 6+. Большой баскетбольный день в Красноярске. 8 ноября в дворце спорта имени Ивана Ильина состоятся две игры. 19:00 мужская команда баскетбольного клуба Елисей сыграет с Энергией из Иваново, а в 19:00 мужская команда примет финский Вайзерс. Билеты в кассе дворца спорта и терминал платежка. Возрастное ограничение 6+. Играй в баскетбол. Поддержи команду.
Warszawie dla Was aplodismenty! Громче, 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 громче! Приветствуем группу поддержки Булейта. Команда предоставляется трехминутная разминка.
учредителей баскетбольного клуба ЕСИ, правительство Красноярского края, Министерство спорта Красноярского края, особые партнеры, строительная компания «Реставрация», «Живая вода», «Алителия», «Вода для жизни», официальный партнер, рекламная компания «Ориентир Р», особые информационные партнеры, авторадио и телекомпания «Афонтор». Партнеры, терминал «Платежка», кинотеатр «Эпицентр», мультисервисный провайдер «Телекома», фитнес-центр «Экселент», доставка суши «Оригами», доставка китайской еды 5,5 специй, сеть студий «Сахара», «Гавайи», бар-ресторан «Облака», соки «Таежный клад», производитель легкосплавных автомобильных дисков «К&К». Информационные партнеры, журнал «Выбирай», российская мультимедийная сеть «АМС», справочник «Все в Красноярске», портал «Sports.ru», спортивный портал «Ред Ярск», портал «Сибновости», сайт 24авто.ру, интернет-аукцион 24ау.ру, портал «Ньюслаб». Поприветствуем аплодисментами стартовую пятерку нашей команды. Дэми Майопа, Екатерина Киренова, Ольга Воробьева, Ирина Романова и Шеннифер Хансен. На площадке стартовый состав команды «Вонда Чилаката» Бремени Джонс, номер 5, Татьяна Петрушина, номер 7, номер 8, капитан команды Елена Волкова, номер 49, Фируза Бекметова, номер 55, Аннетта Штенберга. Thank you.
Ромешка. Тайм-аут, Енисей, Красноярск.
команде есть и замена на площадке номер 15 Елена Когия. В команде Волга Чеваката на площадке Мария Савина номер 11. Автор радио.
До окончания первого периода 1 минута. Замена в команде Есенина или Майомба, номер 20, первый фул. На площадке Екатерина Кирьянова, номер 8. Замена в команде Вологды на площадке номер 26, Гульнас Сираева. Давайте поддерживать команду Енисей Красноярский край!
Ария Попова, номер 13, первый фон. Татьяна Петрушина, номер 7, первый фу. Мария Попова. Екатерина. Просыпаемся, трибуны! Защиту! Екатерина Кирьянова, номер 8, первый фул. Поможем команде в защите, трибуны! Юлия Полуянова, номер 40, первый фу. Татьяна Петрушина. Замена в команде Несиная Мимайоба, номер 20, второй фу. На площадке номер 11 Ольга Воробьева. Енисей, Красноярский край, 4 команды «Фала». Фируза Бекметова. Елена Мункова, Фируза Бекметова. Женя Хамсон на подборе. Замена. Татьяна Петрушина, номер 7, второй фул. В команде Несей на площадке Елена Гудия, номер 15, в команде Вологды, Мария Савина, номер 11.
команде Вологды. На площадке Анетты Штенберга, номер 55. Yeah.
Елена Волкова. Номер 15, первый фол. Замена в команде Вологды на площадке Фируза Бекметова на номер 49. Thank you.
Ну что ж, друзья, впереди вторая половина игры, а мы приступаем к нашей традиционной рубрике. Во-первых, начнем с того, что попытаемся в очередной раз разыграть очень-очень приятную сумму. Тем более сегодня у вас очень-очень немного. И у каждого есть шанс получить мяч. Ну и если, как и всегда, если есть кто-то, у кого сегодня день рождения, день заключения брака или день развода, то подходите с документиком и обязательно получите от нас подарок. Ну что ж, для тех, кто первый раз объясняет, 13 тысяч, 4 мяча, кто вы врачи, выходят к нам сюда и пробуют себя в разрах с центра площадки. Достали? Спускайтесь, не скромничайте, хорошо. Попробуй кидать чуть-чуть более слабо. Девушка, выходите, отлично. Молодец, поймал. Последний вот так. Все честно спускайтесь, друзья, будем испытывать вашу удачу и ваше баскетбольное мастерство. Тем более сегодня все еще проще, потому что мяч женский, он чуть-чуть поменьше, чем мужской, и попасть им проще. Кстати, еще будет пятый мяч. Это естественно, как мы и договаривались, у нас будет пять вещей. Итак, подожди, пятый мяч. Как вас зовут? Максим, пойдемте. Давайте поддержим Максима аплодисментами. Максим, единственное условие на центральной линии не заступать. Если заступишь, то пойдешь, не засчитаем. Но неплохо, ладно, Максим. Отлично. Идем дальше. Участник следующий. Как вас зовут? Василий. Отлично, Василий. Восьмого ноября состоится сразу две игры. Ой-ой-ой, как это было близко, Василий, супер! 8 ноября состоится сразу две домашних игры. 15.00 женский баскетбол, 19.00 мужской. И, собственно, там сумма повысится до 17 тысяч. Как зовут тебя? Игорь, привет! Удачи тебе, Игорь! 13 тысяч, очень приятный подарок. Выходные. Центральная линия, следи, пожалуйста. Ой, хорош, хорош, вы близко. И идем дальше. Ага, стритболисты у нас сегодня поймали мяч. Как зовут тебя? Женя, ну давай. Ты у нас в стритбол играешь уже. Не первый год, может быть, тебе улыбнется удача, это будет очень справедливо. Центральная линия, пожалуйста, не пересекай. Ну, Женя решила себе усложнить и просила дошлись на центральную группу. Молодец, Женя. А тебе, как единственная девушка, участница конкурса, в подарок суши от суши, а не держи. Маленький бонус. Ну что ж, у нас участник номер 5. Отлично, пойдемте. Как вас зовут? Итак, закрывает нас сегодняшний разговор Павел. Давайте поддержим Павла. Ну, мы, может, мы когда-нибудь дождемся этого попадания в этом году. Это было интригующе, наверное, с любой половины, что проехали неправильно. Павел, всего доброго. Приходите на игры, я думаю, что есть у вас шансовое помещение, а у нас тут что-то очень важное. Девочки, спасибо. Да. Друзья, вы знаете, вот здесь у нас есть человек, который зовут Валерий Алексеевич. Валерий Алексеевич пришел на баскетбол в свое 76-летие. Давайте поаплодируем Валерий Алексеевич. Валерий Алексеевич. Ну, вы знаете, подарки у нас, конечно, сугубо молодежные. Но я думаю, что вы найдете, как их подарить. Ну что, Валерий Алексеевич, фитнес-центр «Эксилент», наш партнер на галерее. Сходите в бассейн, подождите, мне все 76 лет, я вас не отпущу без подарков. Во-вторых, пробуйте эти китайскую еду. А вы попробуйте, мне тем более из Греции отличная доставка. Подождите, не уходите. Обязательно
Подождите спокойно. Сейчас еще что-нибудь придумаем. Не-не-не. Вот какой скромный человек, до других не останется. Нет. 76 лет, очень серьезно. Вот это я не знаю, пригодится вам или нет, но может кому-то подарите. Сеть студий из Дагана, Гавайи, Ассаляри. Спасибо вам огромное, приходите к нам на баскетбол почаще. И еще у вас есть, да? О, молодая молодая. Ну, тебе мало лет. Ты 94-го года, Камиль Викторович. Но, сам понимаешь, Валерий Алексеевич, у нас почетный сегодня. Два билета для театра «Эпицентр», приходи на баскетбол. Так, у ваших родителей, а вы сестры? Твои родные сестры, а у ваших родителей день рождения. Подождите, как так получилось? Мама и папа у вас двойняшки, ничего себе. Хорошо, мама пусть пройдет в бассейн и поплавает в фитнес-центре «Эксилен». Потом пусть мама и папа, как брат и сестра, подходят в кинотеатр «Эпицентр». И если они еще и... А, нет, подождите, спокойно. Короче, маме достанется больше, маме еще и здесь люди с Нагана Гавайи. Можете себе забрать, так себе прийти. Ну что ж, друзья, посещаем вторая 20-минутка. Давайте настраиваться, давайте заряжаться позитивной энергией и поддерживать нашу команду. Это очень-очень важно. Yeah.
после окончания первой половины встречи в команде Вовода Чилаката Елена Волкова, номер 8, забила 14 очков. В команде Енисей Красноярский край Екатерина Кирьянова, номер 8, забила 7 очков. Ну что, друзья, с каждой минутой становится все интереснее и интереснее. Впереди еще как минимум 20 минут женского баскетбола. Я еще раз предлагаю вам взбодриться, зарядиться позитивом и отправлять этот позитив на паркет в сторону нашей команды в первую очередь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
На площадке Дженнифер Хансон, номер 5. Найми мою защиту вместе с командой. Мощность!
в команде Неси Фируза Бекметова, номер 49, второй фоу. Команде Неси на площадке Ирина Романова, номер 10, замена в команде Вологды на площадке Мария Савина, номер 11. Вологда Чеваката, 4 команды фолов. Екатерина Кириева. Енисей, Красноярский край, 4 команды фола.
Татьяна Петрушина, 2 очка. Замена Елена Гогия, номер 15, 2 фул. На площадке Наталья Гришкевич, номер 4. Татьяна Петрушина. На площадке Мария Папова, номер 13. До окончания третьего периода 1 минута. Номер 55, 3-й фул. Татьяна Петрушина. Да.
команде Енисей Красноярский край Екатерина Кильянова 11 очков, Ноэми Майомба 15 очков. Екатерина Кирьянова. Екатерина Кирьянова, номер 8, второй фол. Замена в команде молодых. Анетта Штенберга на площадке номер 55. Татьяна Петрушина. Третий фон. На площадке Ноэми Майомба, номер 20. Тайм-аут и Енисей. I'm not afraid.
четвертый фок. Татьяна Петрушина. И Романова Мария Попова. Ирина Романова, номер 10-3 фунт. Мария Попова!
сделана группа поддержки Блейда. 4 минуты 53 секунды до завершения 4-го периода. Вы сами все видите, что происходит на паркете. На паркете происходит борьба. И в этой борьбе очень важна ваша поддержка, друзья. Мария Попова, тебе
Yeah.
Силаката использовала тайм-ауты второй половины матча. Ну что, друзья, мяч будет водиться с центра. Очень хорошо ваша поддержка. Давайте побеждать вместе в защиту! Спасибо.